Такого места, где бы не скидались, мы были.
И когда обратно? Сейчас! 5 минут есть? Да, конечно! Понял?
пришла и прямо так по расписанию. Федор Геннадьевич, как же хочется быть счастливой! Я, наверное, немного сумасшедшая, но с тех пор, как Миша Вайнштейн улетел на фронт, я его жду. Я его так жду, будто с ним должен прилететь мой Коля. А вы не знаете? Он скоро вернется. Миша? Да-да, я понимаю, это все очень глупо. Но когда отправляешь письмо, то всегда ждешь ответ. Коля мне всегда отвечал. И на этот раз тоже должен ответить. Я знаю, Миша мне должен передать что-нибудь. Я сейчас пойду, я там в дверях записку оставила, чтобы кто ко мне все меня непременно дожидались. Но все же, если Миша прилетит, когда меня не будет, вы меня вызовите, хорошо? Хорошо. Только обязательно, я очень буду ждать, хорошо? Хорошо. Лиза, я хотел бы поговорить с тобой о Мише. Где он? Он прилетел? Ну что же вы молчали? Лиза, он не вернется. Он погиб. Самолет сгорел. Thank you.
Как подумать?
Это вряд ли. Не мог без тебя никто прийти. Ты правда так думаешь? Ну, конечно. Ну, зачем же ему без тебя приходить? Он наверняка придет, когда ты дома будешь. Курить хочется. Постой. Коля коробка была, он ее хотел поспорить с друзьями, когда вернется. Ну, чего уж теперь? Кури. Нет, положи. Нет, Петя. Знаешь, Лиза, я думаю, что все-таки не нужно терять надежды, потому что не могу тебе объяснить, почему, сам не знаю, но я думаю, что все-таки не нужно терять. Thank you.
свадьбу, ты пригласил меня в театр. Я тогда точно так же разложила весь свой гардероб и долго не решала, что же мне надеть. Я тогда так жутко опоздала, но ты не сказал мне ни слова. Зато какие были у тебя восхищенные глаза, когда ты меня увидел в этом платье. А вот в этом платье мы ходили с тобой знакомиться с твоими родителями. Твоя мама, когда увидела нас, стала такой суровой. Очевидно, очень легкомысленно меня воспитывала. А вот в этом платье мы ездили с тобой на дачу. Что же я тогда по нему надевала? Ах да! Сандалики полосатенькие. А вот это платье я надевала, когда мы ехали с тобой на шею. А куда мы с тобой ехали? Совсем забыла, куда мы тогда с тобой ехали. Помоги мне. Куда мы тогда с тобой ехали? Это не важно. Так давно это было. Хотя, ну куда же? Куда же мы с тобой туда ехали? Да. Thank you.
традицию Великой Победы посвящается музыкальный спектакль «Только очень жди». Действующие лица исполнители: Николай Ермолов, солист Московского камерного музыкального театра имени Покровского, Роман Бобров. Солистка Московского камерного музыкального театра имени Покровского Татьяна Каминская. Андрей Панов, артист губернаторской симфонической капеллы. Пенза-концерт. Роман Николаев. Соня, жена Панова, солистка губернаторской симфонической капеллы. Гульсина Рафикова. Михаил Мальштейн, артист губернаторской симфонической капеллы. Сергей Князев. Артист губернаторской симфонической капеллы Степан Волков. Мария Игнатьевна, артистка губернаторской симфонической капеллы Екатерина Бородина. Катя, молодая вдова, солистка губернаторской симфонической капеллы Ирина Кертинская. Симфонической капеллы Екатерина Мордаль. Федор Левыкин, артист губернаторской симфонической капеллы Анатолий Луконин. Федор Семенович, артист губернаторской симфонической капеллы Сергей Мосин. Принимают участие артисты губернаторской симфонической капеллы, академический хор и симфонический оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Владимира Каширского. Он поднимает подарил нам и воплотил ее наш губернатор. Губернатор Пензенской области. Спасибо. Низкий поклон Василий Кузьмич Бочкарев. Низкий поклон от всех артистов, от всех жителей Пензенской области. Браво губернатору. Еще раз.
огромную признательность пензенцам, которые поддерживают идеи нашего губернатора создать музыкальный театр. Этот жанр должен быть в Пензе. И огромное спасибо ему! Здоровья ему на долгий год! Удачи! Работы в этом полосе! Спасибо огромное нашему председателю режиссеру Ольге Тимофеевне Ивановой, человек, который бескорыстно, можно сказать, день и ночь работал вот над тем, чтобы все это сбить, сделать. Спасибо ей огромное и низкий поклон. Спасибо огромное хор. Это люди бескорыстно занимались по 10 часов буквально в день, чтобы все это состоялось. И всем вам спасибо огромное.